И здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня я играю в моды на Hello Neighbor. Там никаких не было, и сегодняшний мод называется... Это он представляет из себя реконструкцию Альфы 3. Альфа 3, обычного первого Hello Neighbor, Альфа 3 выходила в 22 декабря 2016 года. Support High Spritz. Есть еще какой-то ремейк Альфы 2. Это интересно, а если я нажму, меня перенесет прямо туда в игру, или... или это мне скачивать надо будет? Скорее всего, скачивать. Но давайте сначала посмотрим. Ну-ка, если я щелкну, что будет? Давайте посмотрим, что будет, если я щелкну. Куда это меня переведет? А хрен его знает, и куда она не перевела меня? А курсор куда делся? Хорошо, перезапускаем. Перезапускаем, понятно. Ладно, по поводу Альфы 2 это и мы разберемся позже. А сейчас посмотрим Альфу 3 все-таки. Да, давай, грузись быстрее, пожалуйста. Вот не дай бог сейчас зависнет. Нет, не зависнет, слава богу. Так, начинаем. Вот, поехали, New Game. Посмотрим, что из себя представляет эта самая реконструкция. Hidden Spirits мы играли, и причем очень давно, это фанатская игра. А по поводу какого-то ремейка Альфы 2, это мы разберемся потом. Что за ремейк Альфы 2 такой? Может быть, даже в этом видео. Посмотрим. Давай-давай, грузись быстрее. Я не люблю долгих загрузок. Хотя, кто же их любит? Ждем, ждем. Правда, я не жду, но ждать я не люблю. О, моя молитва была услышана, видимо. Ну да, пытались, как-то попытались повторить действительно что-то, только я не вижу асфальта на дороге. Что с машиной, что с главным героем, блин? Асфальта нету. Ну да, видимо, что... видно, что тут постарались ремейк Альфы 3 сделать. Только вот курсор изменен. И сейчас будем разбираться, что к чему. Здесь закрыто, но здесь еще какая-то дверь есть. А, все-таки нам... это кто такой вообще? О, кто такая, точнее? А, это... ну, это из Secret Neighbor. Но это в Альфе 3 не было этой двери. Ну, здесь не так темно. О! Смена времени суток есть в этой, в этом моде. Обалдеть! Давайте еще попробуем. Ага, а это ночь. Только ночь какая... а, нет, это не ночь, скорее всего. Просто какое-то небо темное, темноватое. Ну-ка еще смотрим. Ага, это вечер. Понятно. Ну, давайте вечером зайдем. Ну что ж, интересно. Давайте смотреть. Ну, во-первых, давайте туда сходим. Наверное, там по традиции лежит этот магнит. В Альфе 3 просто был магнит, поэтому он, наверное, и тут имеется. Нет, магнита нет, есть ключ от машины. Возможно, тут у нас ждут изменения какие-то. Причем какая-то музычка еще играет на заднем плане. Ага, вот магнит. Хорошо. Ага, еще какой-то замок тут висит. Что это за музыка такая? Другая какая-то музыка вообще.
Но это не совсем даже ремейк Альфы 3, тут переработки есть какие-никакие. Ну и с освещением. Ой. Освещение здесь вообще другое. Музыка, кстати, напоминает музыку погони из Hollow Neighbor 2. И звуки соседа тоже. Это я лучше зайду с того окна, чтобы я смог в шкаф забраться по-быренькому. Блин, он наверх пошел. Плохо. Придется ждать, пока уйдет оттуда. Какую-то дверь открывает. Неужели он там, неужели он двери может открывать? Неужели там где-то есть двери, которые можно открывать? В Альфе 3 точно не могло быть такого там. Неужели там... Странно. Сейчас разберемся. Это я не буду открывать. Специальное облегчение, что ли, сделали такое? Ну, пусть тут лежит, если что, заберем. Тут прыгать не надо. А тут какой-то провод еще идет. Я не буду это открывать. Ой. Пусть потеряет меня лучше нафиг. А как он вошел? Извините меня, как он зашел вообще туда? А, он... А, там же это... А может быть, эти штуки были специально сделаны, чтобы сосед мог меня там поймать? Может быть. Такое. Реально музычка какая-то играет. Эта музычка хоррорную атмосферу отнимает. А вот музыка погони наоборот. О, а лифт работает, что ли? За прикол, блин. Я вам серьезно говорю, я ранее этот мод вообще не играл, я вместе с вами вот первый раз в него играю, ничего тут не знаю. А мы долго ехать еще будем, скажите, пожалуйста. Выпустите меня отсюда уже, а? А, мы реально едем, смотрите-ка. Чё за прикол, блин? Понятно, в этот странный какой-то лифт. Лучше туда не ходить. Пробраться туда. Коробки чё не это не двигаются. Так, надо вот сюда еще. Ключ карты здесь лежит, это прекрасно. Это нафиг уже не нужно. Интересно. Гаечный ключ надо туда. Обязательно ли мне ружье камер понаставил? Вот собака. А я точно без ружья тут не справлюсь, думаете?
Ага, сюда ключ надо зеленый. Окей, где-то его надо взять. Оба! Хорош. Тут какая-то лестница есть. Нам надо туда? Вот туда нам надо. Ага, это вообще измененный Альфа-3, похоже. Здесь какое-то все другое немного. Это интересно. А как туда зайти? А почему я камеру не могу там поворачивать? Непонятно, как туда заходить. Жаль, это ему ничего не сделало. А этот люк-то закрытый, кстати. Мы туда не... Мы не войдем туда. Да что ж такое, а? Как туда забраться? Один. Он туда не лезет. Да хренаный, блин! Он не хочет лезть туда, сюда на коробке какие-то, наверное. Ключ. Он не нужен. Дайте мне спуститься, а дайте я ключик этот возьму. Ну тут я сделать ничего не мог, к сожалению, я был это просто в ловушке. Я думаю, этот выпуск на эту на такой мод уйдет. Просто-напросто не на это. А чё я войти-то не могу? Заклинила что-то дверь. Ой, а откуда он вышел-то вообще? Двери закрыты все были. Да ё-моё, а он встал на месте и не двигался. Какой-то страшноватый сосед из ниоткуда появляется. Дайте открыть мне эту дверь, а. Что ж такое? Окей, теперь я здесь смогу входить. Это гораздо удобнее будет. Откуда он взялся, блин? Капец, я не понимаю этого соседа. Он просто появляется из ниоткуда. Чем мы его отвлечем, блин? Да что ж ты будешь делать, а?
Нужно ли мне вообще сюда было или нет? Там поезд есть вообще, интересно или нет? О, я забрался сюда прекрасно. Ломик. Не ломик. Надо искать, где зеленый ключ, где этот черный ключ и так далее. Обалдеть, камер понаставил, сколько. Блин, кресло это убери нафиг, а. Мешает. Огромным размером своим. Да что ж ты будешь делать? Ну, действительно, рассчитано было на то, что здесь ружье надо было бросать. Но можно и без него справиться, как мы видим. Туда нужно ли вообще? Нет? Дайте открыть дверь. Дайте дверь открыть, ё-моё. Я вообще не достаю до тех коробок. Я так проще будет вот так попасть сюда. Я чувствую, эти коробки, они немного заэтываются. Блин, тут закрыто. Магнит еще где-то тут есть. Выключи телевизор этот. Это что за картинки? Ну, это семья соседа, это... Ой, извините. Извините. А. Рисунок корявого дома соседа. И еще какая-то картинка. Щит, и что же мне с этим делать? Она ж притянет и мне, и лом, и этот. Ну ладно. Потом, видимо, надо как-то наверх также пробраться. Тут за, тут это закрыто. Да блин, какой быстрый, а. Ой, господи, ты боже мой, жесть какая-то.
Опять капкан поставил, да что ж ты с ним и будешь делать? В смысле закрыто? А как я туда попасть должен? А как я туда должен попасть, скажите мне, е-мое? Ну я должен как-то в эту решетку пробраться. Тут, наверное, это обязательно. В смысле, ну как, я не успел. Нет, я вот так вот сделаю, это как-то очень странно. Что-то сильно быстро. Так, с этим будет, наверное, проще. В этой комнате нету ничего полезного, по-моему. Толку с этого и толку с этой комнаты с поиска желтого ключа уже нету. Ну. Куда же надо-то? Туда, наверное, нам надо все-таки, вон, к тому генератору. Ну, ёп! Обалдеть. Слушайте, я вот что хочу. Этот провод точно ведет вообще к той решетке, которой вот мы были. В гостиной точно ничего нет. Провод этот идет отсюда. В это окно. Вот сюда. Этот провод далее ведет вот здесь. Вот к этой двери. И отсюда к решетке, да. Но решетку мы уже как бы пробрались, и она нам не нужна. Ну-ка, дайте посмотреть, как вообще можно... А как я мог зайти сюда вообще? Подождите. Отсюда, что ли, или как? Понятно, все, понял. Давай, иди сюда. Здесь сосед очень опасен.
Понятно, надо было в это окно забираться, и это довольно, и это несложно сделать. Здесь заперто. А, я вентиль где-то достать должен, ё-моё. А, вот. Ну и, ну ё-моё, проворонил, блин. Так, здесь ключ, здесь нету ключей. Ай, зачем? А зачем я спрыгнул? Я спрыгнул! Ладно. Вентиль сейчас достанем. Где этот вентиль-то, блин? Дайте сверху посмотреть, я не вижу нифига. Вот он отсюда... А, вот он. Нифига не видно в этой траве. Опять заклинила дверь. Глючит предметы в инвентаре, что-то еще. Мне надо сломать этот. Открыть двери в подвал надо. Камеры поставил. Ой, сложно что-то. Да блин, кто знал, что он именно там будет? Ну, прорываться придется. Похоже, вот так вот. Промазал, не туда попал. Ну, снял, окей, снял. Так, ломик я, наверное, тут оставлю. Может, еще нужен будет. Чтобы инвентарь не забивать, я... Застревать плохо. Ходю! Включаем. Туда не пробраться. Там какой-то этот рычаг.
И я опять в ловушке, я не знаю, куда мне деваться. Я помню, что я еще где-то видел эти... Блин. Сейчас найдем. Я не хочу много времени тратить, поэтому полетаем. Сейчас найдем, где трубы эти. Куда вентиль надо вставлять? Надеюсь, их три, не больше. А, вот где пробираться надо, ё-моё. Можно было. Так, здесь нет труб. А тут... Вот здесь есть трубы. Но как я должен был пробраться сюда? Я должен где-то был этот ключик найти. Нужно выяснить, как мне за ту решетку пробраться. Ага, вот здесь она открывается. В эти окна я бы не попал, точно. Надо где-то искать зеленый ключ. Только так можно пробраться туда. А где вот его искать, я понятия не имею. Его знает, ни здесь нету. Шариваем тупо все комоды. Надеясь на то, что в каком-нибудь из них он будет. Отмычка какая-то есть. Отмычка есть, она подействует, нет? Так, волк. Так, ладно, испробуем. Может, отмычка поможет? Твою мать! О, отмычка, а отмычка помогла. Ну, может быть где-то... Что ты заклиниваешься? Может быть где-то действительно... Вот, отлично, пробрались сюда. Запускаем поезд. А чё она не открывается? Ну давай, открывайся, фигня. Может, еще где-то что-то нажать надо? Еще какой? Еще труба какая-то нужна. Сейчас еще третью трубу поищем. Или не третью, не знаю, какая еще нам нужна. Эту мы уже открывали. Какая следующая какая? Вот она выходит отсюда и идет вот сюда. Ага! Ага, понял, мы сюда как раз должны были пробраться, но не вы... Тут для двух замков нужен зеленый ключ. Ну, я вспомнил, вот же зеленый ключ-то где был. Я вспомнил, а я искал его, блин, и отмычку вместо него использовал. Ой, я волк должен был вести. Так, ну и открываем последний, надеюсь. Хотя не факт, что последний. О, открылась фигня эта. О, еще одна. О, и еще одна. Вода пошла.
Выход на одну из станций, видимо. Так, надеюсь, вода пошла, и можно будет запустить поезд. Сейчас посмотрим. Дальше. Там ничего нету. Тут еще каких-то важных предметов не было, случайно? Нет. Здесь... Ключ зеленый был. Дайте мне его. А как я войти должен был здесь, скажите мне? Вот это что за решетка? Так. Ага, ну это не этот, не недочет. Это не какая-то там вещь, это недочет именно. Такого быть не должно, это что решетка поднялась и загородила мне путь. Так-то такого быть не должно было. Ой-ой-ой. Я в ловушке, я никуда не мог деться, к сожалению, а там я не мог подняться. Пошло. И открылась эта фигня. Запустить поезд. То, что мы вот так вот через вот это полотно проходим, это как-то немного странно. Я назад просил ехать, давай назад. Блин, инерция какая-то не очень удобная. Еще одна решетка, обалдеть. Как ее открывать? Это что еще за ключ? Ключ под камнем у почтового ящика. Интересно, какого именно почтового ящика? У нас... Так, а, вот зонтик же есть. Пригодится. Так, вот куда надо-то? Я что-то запутался, если честно. Ключ под камнем у почтового ящика. Ну давайте посмотрим.
Вот он. Хитроумно сделали. Действительно сделали так, чтобы никто не догадался, что под камнем у этого ящика может быть ключ. Кто пишет-то ему? А, Леха пишет. Потом. Так, куда надо мне? Ага, вспомнил. Что у нас здесь? Блин, лом нужен. А я его дома оставил. Меня лифт этот подвел уже один раз. Я за ломиком иду. Надеюсь, гаечный ключ больше не нужен. Ставлю его здесь. Надеюсь, больше он не пригодится. Надеюсь, не догонит. Молоток. А он мне нужен? Что это? А, ключ от этого. Я догадываюсь, куда ведет провод. Видимо, он ведет на эту. На эту конструкцию здоровенную. Вопрос, как мне только забраться на нее. Ну-ка, гост, дайте мне. Я пока не буду забираться, я просто посмотрю, как на нее забраться. А, я могу с рельс на нее запрыгнуть. Волк. Опа. Скорее всего, ничего там нету, и меня туда без надобности вообще в эту, за эту дверь. Так, теперь возвращаемся туда. Ключ размораживаем. А в чем дело? Хрен с ним. Ну,
Я надеюсь, это не из-за генератора закрылась вот эта дверь. Если решетка, если бы это было так, ну это странно, никак по-другому бы сюда нельзя было зайти. Волк. Подвала нету все-таки. Там код какой-то будет, да? А, нет, там что-то есть. Фиг его знает. Ну-ка, давайте ГОСТ включим, полетаем. Посмотрим. А, понятно. Понятно, такой вот мод. Ну что ж, неплохо, мне мод понравился. Мод действительно хорошо сделали. Давайте ему галочку поставим. Мне реально зашло. На сегодня все. С вас лайкос, подписоса, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.